Здравствуйте. Добрый день всем участникам форума «Мастеровой», всем зрителям, которые будут доступны это видео. С вами снова Калашников против Эстол. Сегодня я хочу просто уточнить некоторые технические моменты, которые, безусловно, интересны любому человеку, который интересна данная тема. А именно, это угол 90 градусов всех шаблонов, которые позиционируются на шине. Значит, в принципе, это очень важный показатель. Это влияет на точность. Да? Смотрим так. Качение как такового. Вот так вот, чтобы было видно. Да? У шаблонов нет. Значит, тест простой. Простейший, который делают обычно с металлическими угольниками вот такого плана. Сейчас мы его проведем. Я выставлял все три шаблона, регулировал регулировочными винтами. Еще раз их покажу. Раз, два, три, четыре. И на каждом из них такой же. По отношению к шине с помощью этого угольника. Угольник Facom неплохого качества, французский. Итак. Позиционируем, упираемся, все, ничего не дрожит у нас, три метки. Вторые три метки, перевернув шаблон, я буду делать на некотором расстоянии, скажем, в 1 сантиметр, чтобы было видно, есть ли параллельность. Я думаю, этого тоже будет достаточно. Все три шаблона установлены с шагом 150 миллиметров между собой, в данном случае, для теста. Итак, сдвигаем примерно 1 сантиметр, может чуть больше, но в принципе расстояние в данном случае не важно, важен эффект. То есть насколько точно, потому что вот один из форумчан, у него есть шаблон, он сказал, что его не устраивает точность. Как по мне, точность достаточная для корпусной мебели абсолютно. Вот. Вот у нас параллельные линии. Да. Я не знаю, можно ли на видео это понять, насколько это можно понять. Но возьмем еще так. Рядом чертим угольником. Тоже линия. Вот эта линия прочерчена угольником. Это с двух установок, переворачивая на обратную сторону линия шаблона. Вот такие вот дела. Я размазал просто. Значит, что касаемо 90 градусов. Вообще я хочу заметить, что, значит, 90 градусов здесь, естественно, они не будут там супер точными. Но тот минимум, который дает шаблон, его абсолютно достаточно для того, чтобы вам собрать мебель с приличным качеством. Вот. Такие вот дела. Значит, это по углу 90 по отношению к шине.